Учить правила дорожного движения нужно с самого нежного возраста. Чтобы проверить знания школьников, госавтоинспекторы и сотрудники автошкол проводят игру «Автодозор». В этот раз в веселой эстафете на знание ПДД участвуют ребята 5-7 классов. Дети любят играть. Вот. Просто лекция и урок будет скучно, нудно для них. Вот. А в игре все-таки тут пытаемся донести серьезный аспект, но с помощью игры. Ну, как мы все в детстве, собственно, все это воспринимаем в лучшую сторону. В эстафете принимают участие 5 команд, и проходят они 5 этапов. Каждый творчески интересный. Необходимо придумать свой знак дорожного движения, рассказать о правилах, собрать из кусочков пазла необходимый символ и даже разыграть театральную сценку. У каждой команды свой капитан, девиз и узнаваемый значок. Дети рассказывают, правила дорожного движения им знакомы, с ними ребята сталкиваются ежедневно. Нам об этом рассказывают воспитатели и учителя. Бывает, нам приходит сотрудники ГИБДД и объясняют нам все эти правила. И мы, когда выходим в город, мы эти все правила видим, нам воспитатель их рассказывает. Моя команда называется «Зебра». Девиз у нее «Правило дорожное, знать каждому положено». В интердоме, рассказывают госавтоинспекторы, такие игры всегда удаются. Ребята здесь умеют взаимодействовать в команде. Кажется, что чувство соперничества и конкуренции у них напрочь отсутствует. Мы профилактируем детский дорожно-транспортный травматизм. Детям постоянно необходимо напоминать о правилах дорожного движения, чтобы выработать стойкий навык соблюдения правил дорожного движения. В таких играх самое главное – увлечь ребят, показать им, что учить правила не всегда скучно и утомительно. Школьники после веселых эстафет всегда запоминают стихи, считалочки с правилами дорожного движения и занимательные картинки со знаками. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.